Здравия желаю, дорогие телезрители, подписчики, просто зрители сайта YouTube и прочих сайтов. Сегодня что мы? Вот такую гибридную придумали мини-электростанцию, видите? БТГ. То есть панель подвешена над лампочками, лампочки ток не сматывают. Я показывал, вот они. Счетчик стоит, вот включено. А здесь вот работает. Вот пошел, видите, пошел. Это я показывал. А сейчас мы еще прицепили сюда солнечную панельку. Видите? Вот она. Слабенькая, но все равно выдает вот 2,18 вольта. То есть можно применять и побольше лампочки, и панель побольше. То есть это смысл в чем? Показать, что самую идею здесь показал. То есть, конечно, это слабая система, но если применить лампочки побольше и самое, панельку побольше, то есть лампочки не сматывают ток, а панелька выдает от них энергию. Вот такая гибридная получилась электростанция. Спасибо всем за внимание, желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде и обороне.